Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию. Джефф Фостер об изобилии. Читает Лора. Изобилие – это не деньги на твоем банковском счете, не трофеи, стоящие на полках, не регалии после твоего имени, не список достигнутых целей, не количество людей, которые тобой восхищаются, не твое идеальное тело. Изобилие – это твоя связь с каждым вдохом-выдохом. Это твоя чувствительность к мерцанию каждого ощущения и эмоции в организме. Это восторг, с которым ты наслаждаешься неповторимостью текущего момента, радость, с которой ты приветствуешь каждый новый день. Изобилие – это знание себя как присутствие, которое создает и двигает миры. Это твое открытое сердце. Это то, как глубоко затронут ты любовью каждый день. Это твоя готовность принять и вместить в себя то, что должно быть вмещено. Это свежесть каждого утра, свободного от памяти или ложной надежды. Изобилие – это ощущение после полуденного ветерка на твоих щеках, теплоты солнца на лице. Это встреча с другим человеком в области честности и уязвимости. До всех индивидуальных историй жизни. Это твоя укорененность в каждом моменте. Знание, что ты всегда дома, независимо от того, что происходит. Что ты приобретаешь или теряешь. Изобилие – это прикосновение к жизни в момент создания, без оглядки на прошлое. Это подъем и падение мышцы живота при твоем дыхании. Это благодарность за каждый вдох. Изобилие – это преклонять колени со священным трепетом. Это смеяться над историями, которые они рассказывают, погружаясь глубже в покой. Это простота. Это доброта. Это ты перед каждым восходом солнца свежий, открытый, готовый и пробудившийся. Ты богат, дружище. Как ты богат, Джефф Фостер.